Если ты хочешь, чтобы тебе весь учебный год не задавали домашнего задания, ставили отличные оценки, то прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я начинаю свой отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Нажимай лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то тогда тебе будут задавать больше всех домашнего задания. Ну и, конечно же, оценки у тебя будут не очень хорошие. А если ты все успел сделать за 3 секунды, то ты просто молодец. Бабка. Хулиган. Чего? Тебе что надо, я тебя спрашиваю? Ну, смотри, скоро Новый год, правильно? И чё? Чё ты стал? У жителей? Тебе не надо перед моим стоять тут, бабка, а? У жителей, знаешь, сколько маленьких ребятишек? Давай, знаешь, что устроим? Представление. Ну помнишь, как в детстве? Раз, два, три, елочка гори. Ага, и может тебе еще Дед Мороза позвать? Нет, баб, мы все больше придумали. Вы с дедом, Дед Мороз и Снегурочка. Ты сейчас что сказал? Бабушка Снегурочка. Я тебя спрашиваю, ты сейчас что сказал? Ну. Ты что совсем? Какая тебе Снегурочка? Я тебя сейчас Снегурочка наряжу, будешь сам мне сходить тут по домам, ясно? Да, бабка, ну что тебе сложно, что ли? Я тебе сказала, какая Снегурочка? Ты на меня ведь посмотрел? А так мы тебя так нарядим. А может, мы тебе волосы отрастим? Да не надо. Тогда не надо ко мне с такими предложениями. Еще раз, я тебя такое услышу. Эх, ладно, найдем, найдем деду другую Снегурку, хорошо? Ага, деду, сейчас размечтал. А дед уже согласился. Ребята, всем привет. А меня не волнует. Всем привет, с вами я, Коля, и вредная бабка, которая не хочет быть Снегуркой. Вот. И не надо меня тут вообще базарить. Короче, ребята, обязательно сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал и подпишитесь, пожалуйста, на реальный канал. Там сегодня выйдет или уже вышел крутой, интересный видосик. Ссылочка, короче, в описании. Обязательно. Все надо подписаться и посмотреть новый крутой видос. Вот. Ну, а я, ребята, все-таки буду бабку сейчас уговаривать. Ой, тихо, кто-то. Ты. Бабка, это у тебя. Да я в курсе вообще-то. Да, баб. Алле! Алло, бабка, беда случилась. О, здоровченко. Что тебе надо опять? Деньги закончились? Представляешь, пошел я к своему другу, но я тебе рассказывал, в эту деревню, которая далеко. Ну и чё? Прихожу, а там деревни нету. В смысле нет? Куда она делась? Стоит горка, исчезла? Детская горка. Думаю, нифига себе, она огромная. И чё? Ну я и спрашиваю, звоню своему другу, ты чё, уточняю, чё случилось. Ну и в итоге он говорит, что это детская горка, пожиратель сожрала их деревню. Я сам в шоке. Ребята, какая что мне еще говорят? Детская горка-пожиратель? Я не знаю, бабка, ну ты бы просто это видел. Это огромная горка. Так, и чё? Я так не надо знаю. Было деревню-то из бедрока сделать. Алло! Она и была бедроковая. Это самая чудная деревня. Помнишь, я тебе рассказывал, что там так, даже полы были из бедрока. И чё? Снесло все. Как это? Ну вот так. Как бы вам там это не попался ей. Ладно, ну, все, пока, бабка, ты пока. Давай домой возвращайся, алло. Бабка. Чухла. Что-то не очень хорошие вещи какие-то сказал. Это я не думаю, вообще не понимаю, какая еще детская горка. Мне знаешь, что кажется? Чего? Что дед с утра что-то принял. Нет, бабка. Я тебе точно говорю, все, точно я тебе говорю. Да я тебе говорю, бабка. С утра по-любому, все, давай иди к своим. Бабка, надо какую-то, бабка, может лазерную какую-то защиту сделаем? Лазерную Какую еще защиту? Что ты несешь вообще? Ой, если дед там принял на грудь, это бабка. Еще не значит, что... Чего? Вон там. Чего вон? О, это... Ютерный балет. Это что? Это детская горка строится. Подожди, смотри, а как смотри, это только ее начало, какая она огромная. А что это такое? Это, кажется, не так поняла. И есть детская горка. Люхан, подожди, она что, до нас добралась? А что она... делать-то будем, эй, я не хочу, бабка, чтобы бабка, нет, мы подъем, не сможем защититься, если она даже бедрок проламливает. Так, а вариант что, только один, пошли. Пошли, подожди, бабка. Если она бедрок проламливает, тогда какие у нас это есть это варианты? Вариантов у нас мало, но идем. Да идем, идем, господи, а куда идем-то? Сюда, бабка. Ты куда? Бабка, ты думаешь, там нас короче, рассказываю тебе единственное возможное решение. Мы будем делать лабиринты. Чего? Будем ее путать. Иди сюда. Как это путать? А вот так это. Как? Да ёперный ты балет, ты где? Тут, бабка, тут. А я где? И я тут. Так, бабка, иди за мной. Так, мы здесь... Вот да здесь... я вообще не поняла, ты где? Мы поставим здесь кровать. Так. О, бабка, ты где-то тут.
Иди сюда. Да ёперный ты, балет. Вот, будем тут прятаться под кроватью, но не просто... Ой. Ты ой. Где? Ты где? Да я тут, тут, под кроватью. О. О. Вот это мы попали. Бабка, давай сюда, иди. Куда? Куда? Так. Господи, да я уже запуталась. Ты что, совсем? Так. Куда мы вообще прёмся? Мы прячемся, бабка, чтобы она нас не нашла. Мы следы заметаем с тобой. Ставь двери. Двери? Да, прошла, ставь дверь. Прошла, ставь дверь, бабка. Это называется заметать следы? Да. Нифига себе. Нифига себе ты придумал. Нифига себе 343 двери. Так. Да господи, сколько можно-то уже, Ты идешь? Да никуда я не иду, я уже запуталась в этих дверях. Я сам запутался. Так. Так. Ты сказал мне ставить, а сам ставишь, я уже вообще просто запуталась. А, все, ставь. Так. Ну все. Ты уже можешь сказать, куда мы вообще прёмся? Теперь вот сюда. Теперь вот сюда и вот сюда. О. Чё? Чё? Так, сейчас. Видишь, куда? А чё тут делать-то будем? А если она все равно найдет? Бабка, не надо паниковать. Так. Без паники? Все, давай вот сюда вот. Мы утонем с тобой, как на Титанике. Бабка, не говори ерунды. Так. О. Так. Господи, а дальше куда? Все, вот тут будем жить. Где? Это что, я бы обратно уже, по-моему, точно не вернемся с тобою. Так, не вернемся. Ты что, в ходы не записывала? Я вообще... Нет, а ты что мне сказал, чтобы я записывала? Бабка, я же тебе сказал записывать ходы. Ты ничего мне такого не говорил. Все, бабка, будем мы тут с тобой жить вечно. Да ну, да с тобой, да, если один день проживешь, уже можно памятник сразу ставить. Так, бабка, вот тут будет наше с тобой жилище. Жилище. Так, нет, стой. Стой. Чего? Сейчас, погоди. Так. Ты чего? Сейчас бабушка придумает. Подожди, я тебе сказала. Так. Ага. Так как это наше с тобой жилище, мы с тобой возьмем вот так вот. Так. И возьмем как, вот эту как, штуку. Как? Ты пока вот лево делай, лево. Лево. Ага. Вот так, значит, мы вот так сделаем. Вот так. И вот так. А вот это будет вот так вот. Вот так. Это будет... Да что ты наделал? А, не знаю, а что? Ну ты бестолочь, а? Я тебе что сказала? Делай только слева! Так я вот и сделал. Я тебе сказала, не надо было трогать. А это что такое, баб? А это что такое? Это наше с тобой разделение. Собираешься с тобой в одной комнате. А, это, кстати, правильно, баб. Вот это ты гениальный человек. Вот, все, делай сам себе стену. Вот, один проходик, все. Так. Ишь, что придумал? Еще с ним жить я не собиралась, ага. Ну правильно. Тебя терпеть, это же вообще ужас так, какой-то. Так. У бабка, кстати, вот этот вот Стони блок, он очень прикольный, красивый, мне нравится. Угу, да, конечно. Сделаю конечно. Я, пожалуй, себе стены из него, так? Ой, делай, пожалуйста, ты такую бабушку не трогай, и все. А я не трогаю. Отвали, как мои так. Стены самые лучшие. Ну все, самые лучшие вот и делай. Ёперный ты балет. Так, ребята, вот сейчас будет все. Ну, ты вот вообще вполне достаточно. Все, блин, ну это вообще опасно какая-то. Ребята, что вообще вы знаете от этой детской горки пожирателей вообще? Что вы не знаете? Напишите в комментариях, потому что мы вообще бабка, даже никто бабка... Никто ничего не знает. Даже бабка ничего не знает. Да ребята шарящие, они говорю, знают. Никто ничего не знает. Да только ты ничего не знаешь, ты вообще отстаешь от жизни. Так. Ты еще мне поговори, сейчас я приду к тебе в гости с динамитом. Не надо, тогда и ты пострадаешь. И кажется, тебе будет каюк. Каюта. Каюк тебе будет. Понимаешь? Так. Каючный каючек. Так, каютная каюта, я понял. Так. Да, тип того, ага. Так. Сейчас бабушка тут доделает. Так. И будет жить, поживать. Так. Что там, бабка? Так. Чё? Чё ты там, вать сказал? Так, дверь быстро мне... Ага, хорошо. Чё такое? Хочешь мою дверь спереть? Хорошо. Да ничего, я не хочу твою дверь спереть. Тогда быстро мне поставил. На тебе дверь твою. Да. Иди отсюда нафиг. Все. Хорошо. Не приближайтесь, пожалуйста, ко мне. Ладно. Не приближайтесь, я сказала. А я и не приближаюсь. Если ты мою... Так. То есть ты не понимаешь по-русски, да? Да в смысле? Ты о чем? Я сказала, не надо трогать мои двери. Да хорошо. Что бесполковый, да. А какой? Да ну не трогай мою дверь! Еще будешь, я тебя спрашиваю! А, ну ладно. Так. Нашелся мне тут умник. Так.
Дверь мою трогать будет еще. Еще раз тронешь, короче, я к тебе в гости с динамитом приду. Я не трогаю твою дверь, успокойся. Я тебе сейчас все сказала. Еще раз я увижу, и ты получишь прямо в нос. Ага, ага. Ребята, короче, смотрите, вот такая вот получилась комнатка. В ней у я меня сейчас буду жить. Если что. У меня красившая. Вот, ребята, вы сейчас обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. Подписывайтесь на реальный канал. Всем удачи, всем пока.